Рост собственных доходов составит больше 20%. Проект бюджета города на следующий год одобрен в первом чтении. Главный финансовый документ сегодня поддержали депутаты городской думы. Бюджет, безусловно, будет сохранять социальную направленность. В то же время в целом объем накопленных обязательств более чем существенен. Он, конечно же, необходим с точки зрения увеличения количества техники, обслуживающих город, содержащих наш город. Конечно же, город на сегодняшний день является довольно темным, и здесь обновление уличного освещения также является необходимым решением. Также депутаты Гордумы настояли на увеличении расходов, связанных с социальной поддержкой населения, в том числе семей мобилизованных граждан. 7 декабря проект городского бюджета будет рассмотрен во втором чтении.